До того, как это случилось, большинство посетителей парка Йеллоустоун и не подозревали, что это вулкан. Значит, угрозы суперизвержения нет. Вероятность того, что в вашем саду упадет самолет, вдвое больше. 1500 кубических километров жидкой магмы. 1500. Это лишь верхушка камеры. Если произойдет извержение, оно будет весьма умеренным. Что случилось? Это волна. Волна. Поднимайся. Нас накроет. Выше. Вот оно, мать. Началось. Супервулкан. Пегас, продолжайте контрольные испытания для вывода корабля на орбиту Венеры. Повторите. Наше призвание — открывать дальние рубежи космоса. В прошлом веке были сделаны первые шаги на Луне. Теперь мы готовы совершить новый прорыв. Мы расскажем о полетах пилотируемых кораблей к другим планетам. Это новый вызов и невероятное приключение. Обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. От создателей фильма «Прогулки с динозаврами». Захватывающее путешествие в глубины космоса. Планетам Солнечной системы. Космическая Одиссея. Соскучились по веселым приключениям? Специально для вас компания Союз Видео приготовила захватывающий приключенческий фильм для всей семьи. Давай пригласим их поиграть. Будьте со мной поласковее. Родители всегда так заняты, а дети всегда такие проказники. Привет, мы ребята. Ты будешь с нами играть? Большое приключение уже ждет своих героев. Что мы не полосатые. Это так красиво, что мы львы, как яркие звездочки. Ты слышишь? Где вы были? Мы были в одном красивом месте, совсем не у реки. Вы должны пообещать мне, что никогда не приблизитесь к берегу речки. Мама, увидели незнакомых львов. Самые храбрые актеры на планете в фильме «Львиная семейка». Прими свирепый вид. Я бы испугался. На сегодняшний день нашу планету населяют более 4000 видов млекопитающих, которые и в воде, и на суше, и в воздухе чувствуют себя как дома. Похоже, что из всех животных, обитающих на Земле, именно они, эти теплокровные создания, как правило, покрытые шерстью и, самое главное, кормящие свое потомство молоком, наиболее близки и симпатичны человеку. Сериал BBC, представленный Дэвидом Аттенборо, это наиболее полное и всестороннее изучение мира млекопитающих. Благодаря новейшим технологиям кинематографии, великолепной работе операторов, а также кропотливой и упорной работе ученых-исследователей стало возможным совершить это красочное и познавательное путешествие в страну таких ярких и забавных, свирепых и опасных представителей животного мира, тем не менее представляющих одну большую семью, семью млекопитающих. Новый документальный сериал BBC по странам и континентам
приглашает вас в видеопутешествие по самым удивительным и заповедным уголкам нашей планеты. Вы сможете совершить прогулку по рекам и озерам России, исследовать величественные горы Южной Америки и невероятной красоты океанские побережья Индонезии, а также бескрайние, обожженные солнцем африканские пустыни и необъятные просторы саванны. Этот проект – первое, глобальное и наиболее исчерпывающее исследование континентов за последние 15 лет. Потрясающие по своей красоте масштабные съемки позволят увидеть всю уникальность и многогранность нашей планеты во всем ее очаровании и разнообразии. Смотрите на видео новый документальный сериал по странам и континентам. Мы знаем о поверхности Луны больше, чем о морях окружающих нас, хотя они покрывают 70% Земли. Впервые компания BBC посвящает целый сериал жизни под водой. После 5 лет съемок мы вместе отправимся в самые дальние уголки океана и опустимся в неизведанные глубины, чтобы показать вам вещи, которые никто никогда не видел. Задержите дыхание. Мы погружаемся в бездну. Голубая планета.